Возрожденный футбольный клуб «Иртыш» провел свой второй официальный матч и вновь одержал победу. Напомним, павлодарская команда участвует в предварительном этапе розыгрыша Кубка Казахстана. Смотрим далее. Все матчи этой стадии розыгрыша почетного трофея проходят в Шымкенте. В группе А вторым соперником Иртыша стал Кокшетауский «Жетпес». Против команды из Акмолинской области Иртыш начал игру в следующем составе. Голкипер Баязид, Толеев, Кульжанов, Воменко, Искаков, Байжанов, Попов, Абдуалиев, Баркунов, Есимов, Крюков. На 7-й минуте свою команду после опасного удара соперника спас голкипер Иртыша Ханат Баязид. На 31-й минуте проход Владимира Воменко завершился взятием ворот «Жетпеса», отличился Руслан Есимов. Во втором тайме на замену выходили Асаинов, Иржанов, Онищенко, Боровский, Ханат. Несмотря на усилия обеих команд, счет не изменился. Иртыш одержал победу со счетом 1-0 и возглавил группу А. 17 марта павлодарцы встретятся с алматинским клубом «Аказ». В стадию плей-офф предварительных игр Кубка страны выходят только победители группы. Мурат Билмажит и это Сакпарат.